Сейчас мы находимся напротив главного корпуса Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника. И это неспроста, ведь сегодня музею исполняется 103 года. По этому случаю мы решили поинтересоваться у жителей и гостей Сергиево-Посада, ходят ли они в музеи. Да, с классами ходили. Бывает. Хожу, но не очень часто. В музеи ходим, конечно. Конечно, хожу. Конечно, хожу. На каждой выставке новой хожу. Хожу. Да. Когда-то ходила. Да. А как часто? Ну, как деньги есть, так и хожу. Раза два в месяц. А последний раз когда, как давно были? Ну, год назад, наверное. Где-то год назад. Ну вот, ходил года два назад сюда. А какой музей был последний? Я не помню, давно было. В музее игрушек. А вот недавно были в музее игрушек. Вот здесь вот в конный двор я ходила на выставку, в историю, в отдел истории. А вот в нашем, в Сергиево-Посадском, здесь в центре. Мы были в Москве, в музее. А самый запоминающийся музей какой? В Москве мы ездили с художкой Академии Андреяки. Это просто незабываемо, там прекрасные картины. Я учусь на художника, вот, и для меня это большой пример. Я очень хочу рисовать так же красиво. Моя мечта. В художественном музее были. Ну, в общем-то, по площади ходили везде, все это самое. Заходили в этот в храм Василия Блаженного. В общем, там, ну, везде. Я люблю музеи, я люблю театры, люблю вот это вот все.